там дерн был зеленый. Дальше заросли были каких-то цветов высоких, но сухие все. Вот. Но этот зеленый забор, как я вам говорил. Вот. Она песочком. Я говорю, бабушка, почему тут песочек? Приходят алкаши и цветочки воруют. И здесь другой раз туалет сделали. Это слова бабушки. А где, так, и где захоронена Ирина? Второй ряд, вторая могила. С правой стороны. Центральный вход в собор. Ее отпевали здесь, бабушка сказала. Почему она назвала сквер Громыка? То бывшее кладбище. Вот. Там даже в те времена не качели, не курсы, только тропинки были. И там пионеры ходили, что-то школьники гуляли, все. Вот. Это я не помню. Может, что с ее родственником каким связано. Это я не помню. Потому что я говорю, ту правду, только правду. Вот. И она мне сказала, Толечек, не ходи по кладбищу этому. Нельзя по могилкам, даже бывшим, да. Ее хоронил весь Гомель. Вот, Иринушку эту. И отпевали в соборе. И она была на похоронах. Так она ближе к ней была, ну, по работе. Я понял, была. Ее здесь похоронили, вот, отпели. Она отпевали, похоронили здесь. Может, они думали, где-то там какие-то вот родственники или хорошие друзья были, где сквер Громыка. Но там, как я понял, переполненное кладбище было. В те же времена тоже, как говорится, густо хоронили. Вот. И когда она сказала, запомни, я говорю, и хлопцам привел, говорю, ребята, если что со мной, второй ряд, вторая могила.